снова всем доброе утро. Продолжаю снимать нашу поездку на оптовый рынок, вернее мою первую за 5 лет. Это мы сейчас подъезжаем к другому своему рынку. У нас их в Багаевке, я уже рассказывала, что 2. С прошлого года, по-моему, был один рынок, разделились на 2, и нам это очень удобно. Покупателей больше. И можно выбирать, кому сдавать и по какой цене. Вот это поворот на рынок. Ну, наверное, нет у меня ажиотажа за огурцом. Когда огурца не хватает, грузчики выбегают аж вот сюда, перехватывают машины, прям садятся в них, командуют, куда везти. Ну, если, конечно, тебя устраивает цена. И ты сдаешь этим ребятам. Сегодня что-то никто не выглядывает. На дороге никого нет. Может, на подъезде будет. Ну, сын уже договорился за наши огурцы. Их ждут. И вроде пообещали 38 цену. Да, машин прям совсем мало. Ну, я вот с этого погаевки немного. Вот они. Красавчики. Ну, мы, наверное, не к ним, да? Просто спроси цену. Я, наверное, тебя нечаянно сняла. Здрасте, здрасте, всем здрасте. Цену спроси. Какая цена? Да? Спасибо. Ну правильно, огурца мало. Это что ли нам машет или не нам? Нет, наверное, не нам. Да? А это Филипп? Да. Мы не проскочим? Да? Да? Ну все. Пойду записывать веса, чтоб не ошибиться. Всем пока!